Всем привет! Меня зовут Ульяна Якимова. Мне 9 лет. Я начинающая актриса и хожу в студию «Актер». Мне здесь очень нравится, имею много друзей. Я еще, так немного снималась где-то, но так в 3 фильмах. Мне очень нравится быть актрисой из-за того, что это очень интересно, и каждый раз не знаешь, что тебя ждет. Я хожу на много кружков, мне очень нравится. У меня дома 2 кошки. Меня вполне все устраивает. Еще мне очень нравится записывать кинопробы. Там тебе только вот самое мучительное, это записать пробу. Там тебе нужно запомнить текст, где-то не запоминаться, и нужно правильную эмоцию подобрать. А так все интересно. Мне очень нравится сниматься, особенно в рекламах. Там такой необычный немножко формат. Еще мне очень нравятся фэшн-съемки. То есть, когда тебя фотографируют на фотоаппарат, там можно подобрать любую позу, и там тебе очень интересные наряды. И ты сидишь такой и думаешь, так, что мне сегодня сделают? На этом у меня все. Всем до встречи!